которым вы можете вернуть зрение. Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Николаевича Федорова – один из самых современных офтальмологических центров в мире. Более 35 лет в Чебоксары приезжают люди со всего мира, чтобы вернуть себе зрение в одном из известнейших центров – МНТК «Чебоксары», основанном великим офтальмологом-академиком Святославом Федоровым. Ведущий – научно-исследовательский образовательный медицинский центр. Наши врачи выполняют на высочайшем уровне практически все микрохирургические и офтальмологические операции, существующие в мировой практике. Врачи центра – звезды мировой офтальмологии. Современное диагностическое, лечебное и хирургическое оборудование позволяет провести всестороннее обследование, поставить точный диагноз и провести качественное высокотехнологичное оперативное или консервативное лечение. Около 35 тысяч операций в год, а по количеству пересадок роговицы наш центр занимает второе место в России. Пересадка роговицы, лечение катаракты, глаукомы, патологии сетчатки и стекловидного тела, патологии слезного аппарата, исправление косоглазия, птозов, нистагма и многое другое. И, конечно, лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Мы применяем все самые современные методы лазерной коррекции зрения, включая новейший безлоскутный метод Клиэр. Здесь можно пройти курсы консервативного лечения. А врачи Центра оптической коррекции МНТК «Оптика» помогут подобрать идеальные очки и линзы. В том числе инновационные линзы, которые помогают контролировать детскую и подростковую прогрессирующую близорукость. Пациенты Центра МНТК «Чебоксары» могут проживать в современных номерах повышенной комфортности и категории «люкс». Собственное кафе позволяет составлять меню под требования гостей. Почти 2 миллиона пациентов со всего мира, и мы готовы помочь каждому. Чебоксары – красивый и современный город на берегу великой реки Волги. Город, в котором вы можете вернуть зрение.